Ерунда и сплетни. А я попробую. Ты до сих пор новый Бейблейд не распаковал? Поэтому решай, кто ты, Бравлер или Блейдер. Успей поставить лайк этому видео, и тебя ждет победа во всем. Раз, два, три, да ты победитель! Что уже все забросили Роблокс и играют в Бравл Старс. Ерунда и сплетни. Я же не забросила и играю в Роблокс. Ну давай попробуем вместе в Бравл Старс поиграть. Слушай, не наглей, мне и Роблокса хватает. Ну не хочешь, как хочешь. А я попробую. Так, что тут у нас? Джесси, Джесси, давай ты будешь атаковать, давай, ты молодчина. И... Да, ты молодчина, ты убиваешь всех, давай. Итак, атакуй базу противника, ты должна сломать его сейф. О, пускай суперсилу. И давай атакуй, да, атакуй, атакуй базу противника. Атакуй врагов, атакуй базу противника. 7000 жизней осталось. Итак, 6%. И да, да, мы выиграли. Тим, ты все в телефоне сидишь. Сколько можно? Лучше посмотри, что я тебе принесла. Смотри, это же долгожданная новинка. Imperial Dragon. В магазине Лёва он как раз появился. Я сразу тебе его купила. Держи. Вау, классно, спасибо. Классная новиночка. Надо потом распаковочку замутить. А пока-пока. Так, на чем я там остановился? Новая игра. Итак, мы играем за Буа. О, все, можно уже атаковать. Так, давайте, моя команда, берем мяч. Берем. И давай я, у меня мяч. Так, надо забить гол. Почти. Да, почти донес мяч. Нет, я уронил его. Итак, давай. Нет, меня убили. Тима, иди кушай. Не поняла. Ты до сих пор новый Бейблейд? Да, вот как-то времени не было. Сейчас поем, я распакую. Некогда мне есть, игра простаивает. Да нет, вот только что села. Но ты меня даже не замечаешь. Ты, я вижу, Бейблейд так и не распаковал. Но я как-то не успел. Ну, конечно, не успел. Не успел покушать, не успел уроки сделать, не успел распаковать Бейблейд. Интересно, почему? Да я здесь немножко в Бравл Старс поиграл. Да нет, Тима, не немножко, а целый день. И, конечно, ты ничего не успел сделать. Поэтому решай, кто ты, Бравлер или Блейдер. Ну и что мне выбирать? Мне и то нравится. Выбрать надо только одно. Надо подумать. О, а я буду играть через день. Если в Бравл я поиграл, то значит сегодня можно распаковать и Бейблейд. Итак, ребята, у нас сегодня новый топчик Imperial Dragon. Это еще одна новинка с электронным наконечником. А вам не кажется, что Бейблейды нового поколения выходят на высший уровень? Итак, смотрим, что у нас за зверь тут такой. И вот он. О, классная приколюха. Итак, что мы имеем? Мы имеем ключик,
силовой диск с наконечником и базовый слой. Ребята, чтобы вы понимали, этот слой драгона, похожий на бургер, он очень большой по сравнению с айс-драгоном. И все потому, что здесь на клинках добавилось железо. А еще здесь есть выдвигающиеся крылья. Наконечник здесь вообще уникальный. Во время боя он может двигаться вправо или влево, как ему приспичит. И я хочу очень сразить эти бейблейды, посмотреть, как они ведут себя в бою. Мам, поможешь мне сразить бейблейды? Привет, друзья. Конечно, Тима, выбирай, каким ты бейблейдом играешь. Я буду играть новым. Хорошо, тогда я регалия Генезисом. Ну что ж, я готов. Раунд первый. 3, 2, 1, вперед! И так. 2 тяжеловеса, ты посмотри, что вытворяют. Ого, у них у обоих включились их моторчики, электронные наконечники. И драгон залетел в дыру. Погоди, еще не вечер. Давай второй раунд. 3, 2, 1, вперед! Ну, как ты думаешь, кто сейчас? Не поняла, ничья! Раунд третий. 3, 2, 1, вперед! Так, и мой бейблейд разбит. И наконечник еще крутится. И... Хотя, посмотрите, а наконечник крутится. Ребята, вот скажите, кто победил? Я еще, например, кручусь. Смотрите, как долго. Это что, получается, я проиграла? Ну, давай на проверку еще один раунд. Хорошо. Раунд четвертый. 3, 2, 1, вперед! Так, ты должен двигать. О, наконец-то получился. У тебя тоже. И опять драгон залетает в лунку сюда. Что ж такое? Сильно тяжелый он, ребята. Сейчас пробуем последний раз. И последний раунд. 3, 2, 1, вперед! Так, давай. О, моторчик. И это теперь разбился твой. Я не знаю, ребята, как в эти бейблейды играть, честное слово. Они или разлетаются, или залетают в угол. Короче, я решил. Я объявляю ничью. Ну, ты порешал, конечно, Тима. Хотя, по-моему, я выиграла. Ребята, а кто действительно выиграл? Я или мама? Голосуйте. И, конечно же, подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. И пока-пока.